Друзья, в 2000 году у меня родилась дочь, и страна выбрала Путина. Когда исполнилось 4 года, страна опять выбрала, и Путину опять нарисовали победу. А через 6 лет ей уже будет 18 лет, и она придет на участки. И если мы не будем бороться, то у Путина опять не будет альтернативы. Я так дедом стану, а страна будет все жить при Путине. Я не согласен. Власть должна меняться и сменяться. Посмотрите, сколько у нас молодых политиков, талантливых. И у нас есть все возможности для того, чтобы в нашей стране была нормальная демократия, нормальное правовое государство. И мы умеем не только кричать на митингах. Мы знаем, как сделать так, чтобы в стране появился независимый суд. Мы знаем, как сделать так, чтобы появились честные выборы. И мы знаем, как бороться с коррупцией и воровством. Я верю, что у нас все получится. Я верю, что мы сможем победить. И рано или поздно мы обязательно победим. Я в это верю. И я знаю, что вы в это верите. Скажите, вы верите в это? Да! Мы граждане нашей страны. Да! У нас есть чувство собственного достоинства. Да! Мы будем дальше бороться, и мы обязательно победим. Спасибо.